Всех механизаторов с Днем работника села поздравила Вика Цыганова. Артистка по такому случаю подготовила специальный репертуар. Все песни так или иначе были связаны с сельской жизнью. Пахнет яблоком и медом, под церковный кровь из вас, и гудит за карагона на лугах листовый пляс. Визит певицы для ливенцев стал сюрпризом. О нем знала лишь сама артистка и руководство Ливна Интертехнологии. Именно это предприятие оплатило гонорар Цыгановой. У меня концерты все очень хорошие, я счастливая артистка. У меня публика народная, она как-то душой чувствует мои песни, воспринимает. Но сегодня публика как никогда была особенной. Вы знаете, я даже очень волновалась, потому что люди, которые живут на земле, они очень искренние. Концертом Цыгановой руководство решило отблагодарить работников за ударный труд. 1 800 000 тонн свеклы и еще больше зерна. 2 с лишним миллиона в этом году намолотили 24 района Орловской области. Почти 300 тонн из них – заслуга дочерних предприятий компании «Ливна Интертехнология». От лица губернатора нашей области Александра Петровича Козлова, от себя лично, от агропромышленного блока, от департамента сельского хозяйства, сказать огромное спасибо за ваш труд, за то, что вы сохраняете село. К слову, в 2011 показатели были на 90 тонн меньше. В следующем году предприятие собирается вновь побить собственный рекорд. Может, выпьем вина?